Новый туристический объект появился в Шимске. Гостям обещают полное погружение в полевую атмосферу. Солдатский обед и мастер-класс по выпечке хлеба. А еще по соседству можно изготовить суровую шимскую мозаику из местных камней. Татьяна Баркова побывала в пресс-туре и попробовала новинки туриндустрии на себе. Посетители встречают девушки в форме, пытаются воссоздать стилистику военного времени. Прямо в палатке расположена столовая и кухня. На выбор несколько блюд, но самое востребованное – обычный хлеб. Делают его здесь же, повара уверяют, полностью натуральный. Состоит лишь из 4 ингредиентов – мука, вода, соль и дрожжи. Местные, по словам работников, покупают выпечку только здесь. Каждый турист может сам принять участие в формовке хлебного теста, после чего он отправится в печь, а уже через час готовую буханку можно будет забрать домой, ну или съесть на месте. О желании помять тесто лучше предупредить по телефону хотя бы за несколько часов, чтобы повара успели сделать заготовку. На кухне трудятся лишь 2 человека. Мастер-класс бесплатный, посетитель оплачивает только стоимость хлеба, который он заберет с собой. Туристическим объектом это место пока назвать трудно. И хотя планы грандиозные, на данный момент полевая кухня скорее столовая, где можно недорого пообедать и отдохнуть. В дальнейшем, значит, у нас собираемся вот именно в этом площадке сделать гостиный дом, где люди могут тут остановиться, отдыхать. Площадка упорядочить и сделать более комфортно. В километре от полевой кухни расположен мозаичный цех, еще один новый шимский туробъект. Здесь посетители смогут наклеить камешки на картонку и создать произведение искусства в виде мозаики. Выбрать можно из нескольких видов горных пород. Мозаикой мы занимаемся, значит, гранит, мрамор, известняк, песчаник. Это то, что есть на данный момент у нас. А какая вообще здесь цветовая гамма? Если собрать все камни, что у нас есть, от и до, любой цвет, любой камень. Известняк – местный камень. Его добывают и перерабатывают здесь, в Шимске. Остальные закупают. На создание одной поделки уходит порядка 40 минут. Стоимость мозаики начинается от 200 рублей. Планы владельцев обоих объектов грандиозные, но не совсем четко сформулированные. Пока в поселке появилась дополнительная точка общепита и творческий уголок. На то, чтобы задержать туриста на ночь, маловато, но для того, чтобы передохнуть в пути, вполне подойдет. Из Шимска Татьяна Баркова, Савва Ушаков. Новости. Новгородское областное телевидение.